А вот и тот самый дворец, который так красиво был виден издалека, теперь можно его разглядеть вблизи. Кстати, он очень часто фигурирует на всяких фотках с Пекина. Место достаточно такое козырное. Вообще, очень сегодня тут оживленно. Может быть, тут каждый день так, конечно, не знаю. Но, скорее всего, из-за того, что выходной, а может быть и праздник. Ну, в общем, очень тут красиво, очень клево и чисто. Вот, можете наблюдать, что тут никакого говна нет. С удовольствием бы покатался на велике или на скутере по Пекину, потому что тут для велосипедистов, для скутеристов, для мотоциклистов просто рай. Вот такая вот широченная дорога, где бы у нас сделали две полосы для легковых, просто отдали для для скутеров, для велосипедов. Такая фигня, ребят. Там что-то говорят на китайском, но похоже на cry about now, fun soul brother. Вот люди туда, кстати, заваливаются. Такие серьезные ребята в очках стоят, какая-нибудь там разведка. Там в черном, там в зеленом прям ни один мускул не дрогает. Видно, что ребята реально работают. Тоже много всяких таких построек восточной архитектуры. Азия во всем своем соку, во всех своих красках. А может, они просто все идут свергать власть, и я так за компанию приехал, случайно забрел на митинг, свергнул президента, так, между делом. Там даже ресторанчик есть какой-то, палац. Дворцово-музейный ресторан, да, тут что-то втюхивают. Тут чувак разруливает, видимо, колонны, чтобы туда не ходили, сюда ходили, и чтобы все было нормально, все было путем. Да, по народу тут так очень плотненько, и я вот до сих пор иду, и уже устал идти, потому что реально весь день на ногах. Но там еще идти, там не кончается дорога. Там американские пенсионеры угорают. Просто уписываются. По-моему, начинаю видеть там свет в конце тоннеля. Все заканчивается лестницей вверх. Вроде бы и что там? А, не, прикол, понял, тут, короче, видимо, вход-то все-таки платный, там какие-то билеты. Может быть, их и реально сейчас где-то нарыть, купить, но, честно, уже времени не особо, потому что надо возвращаться ближе к аэропорту. И скоро летим в Пхукет. И уже из Пхукета будет всем привет.